Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствуем вас на YouTube-канале магазина Улей. Сегодня будем проводить итоги нашего второго видеоконкурса от Улей Ин. Итак, давайте проверим. Сегодня у нас 29 мая 2017 года, 14.04. Итак, первое место у нас занимает Татьяна Проданчук с количеством голосов 3080. Татьяна получает у нас дымпушку Варамор. Второе место получает Олег Сергеевич с количеством голосов 1514. Олег Сергеевич получает комбинезон пчеловода с маской Евро. Третье место получает Николай Проданчук с количеством 677 голосов. Он получает перчатки пчеловода польские «Яловая кожа». Благодарим всех, кто принял участие в видеоконкурсе, и спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!